Итак, друзья, всем привет! Сегодня 28 мая 2021 года. Сейчас утро. Достал очередную партию маток. И сижу вот, работаю. Вот такая у меня, ребята, обстановка. Помещение на пасеке. Что я делаю? В общем, матки вышли. Я их достал. Уже вот так вот. Все, я их пометил. Матки отличные, крупные. Учились. Пометил, посадил в клеточку. Далее сходил к пчелосемье и набрал клеточки пчелы. Это пересылочная пчела. Она будет ухаживать за маткой. Ну и естественно сразу маток сажу в клеточки, подсаживаю маток. И сегодня же эти матки уедут у меня по назначению. В общем, уедут по назначению. Дело-то в том, что я хотел в этом ролике показать. Ну, если куда-то везти недалеко, то вот такие клеточки, неплохо они используются. Ну, все, наверное, видели все. Но, тем не менее, тут у меня брали маток за 300 километров. И что получилось? Маточек довезли, в этот же день одна маточка по дороге погибла. А потом погибло на следующий день две маточки. В общем, пчелы были темные в клеточке. Это получилось, что они как бы перегрелись. И сейчас заказ у меня поступил. Везти эти клеточки будут далеко. И я знаю, что думаю, ну, вряд ли вот довезут в такой вот клеточке, вряд ли. Здесь мне выслали клеточки, вот такие вот, обратите внимание, толщина клеточек, видите. Кому интересна вот эта клеточка, большая, я внизу оставлю ссылочку, это клеточки Minion House. Они гораздо дешевле, оказывается, я не знал, гораздо дешевле вот этих клеточек. Клеточки те и другие, они хороши, но вот эта клеточка, чем меня зацепило, то, что здесь можно посадить пчелу, здесь больше как бы для пчелы с маткой места, больше можно положить канди, ну канди фактически его хватает и в тех клеточек. Ну, проблема то, что, чтоб не запарились, буду использовать вот эти вот большие клеточки. Ну, ссылка там будет в описании. Эти матки поедут у меня на большое расстояние. Поэтому этих маток я с пчелами посажу в эти большие клеточки. Ну, также все буду делать. Набиваю малое окно канди. Кому, если не знает, может быть, могу повториться, здесь в клеточке имеется два окна для выхода. Матки, большое окно, вот оно видно, и малое окно. Но факт тот, что вот мне вот нужно, чтобы тот товарищ, который берет у меня этих маток, чтобы в дороге у него не произошло каких-то казусов, чтобы он довез этих матах до своей пасеки целыми как бы и невредимыми. Ну, ситуация такая, что вот канди тут закладываем, как и в те клеточки. Но канди я делаю очень-очень густое. Я его, когда делаю, прогреваю в микроволновой печи, оно делается вообще мягкое. Снова добавляю сахарную пудру, все это перемешиваю, и при отстывании становится как камень канди. Ну а процесс какой? Заселение. Так, вот здесь побольше пчелы. Обслуживающий будет. Пчелу заселил. Ну а далее берется вот такая вот наша маточка, крупная, меченая. Открываю, заселяю, все. И я надеюсь,
что в такой клеточке пчелы с маткой доедут до покупателя. Да, кстати, тоже здесь вверху имеется полукруг такой, где можно между улочек вот так поставить клеточку, вставив сюда, допустим, зубочистку. Ну, в принципе, все, друзья. Я вам показал, что я делаю, какой процесс у меня сейчас на данный момент на пасеке, как я мечу маток, как заселяю их в клеточки. Кому была интересна моя информация, естественно, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Всем, друзья, пока. До новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.